Всем привет, друзья, с вами Кири, и сегодня мы играем в Rust, и как вы... А, кстати, мы играем в Rust на сервере Cool Rust, с IP-сервера, и группы этого сервера будут в описании под видео, так что получаемся, будем вместе играть, развиваться и так далее. Так, как вы знаете, был глобальный вайп, и добавили женскую персонажа. Итак, сейчас будет смотреть, кто я, просто кто я. Вы готовы? Так... А, тут же не видно много забыл. Ну что ж, раз, два, три. Я мужик! Я нигер! Yo, got the shit, bitch! Да, просто нигер. Чё, игрался? Кстати, Кто там? Я играю на сервере Cool Rust. Получается, сообщество, ну, модифицированный сервер. Только хостинг вообще опупенный. Ну, вот сейчас только был фриз. Ну, это у меня, видимо. Ну, в принципе, все, у меня это не из-за сервера-то, а из-за Rust. Он сам фризит, так что не беспокойся. Сервер нормальный. Это, получается, хардовый сервер X1. Ну, короче, как официально, только стоит с античитом и с хорошим хостингом. Кстати, у вас тут не стоят никакие читаки, ни багеры. Так что можете спокойно заходить и играть с своими друзьями, их кланами. Доминируй, так сказать. Играть со мной, рейдить будем. Блин, ночь вовремя наступил. Ну, я думаю, сейчас мы это... Пока ночью это найду РТ. Где она? Вон, кстати, РТ. Добегу на него, потом бегу до того РТ. И вернусь с вами утром. Может, уже к этому времени построю дом. Что ж, так что ждем. Ну что ж, друзья, наступил утро. Как видите, я строил себе тут хибарочку. Сделал кирочку, вон эту фигню сделал. Ну, ночь, короче, зашел в дом зарейдженный. Там стоял этот... Две печи, и не было никого. Я решил пофасть кучево. Вы это видите? На... Охренеть тут дома, друзья. Это X1, вы представляете? X1. Это жесть. Я еще ни разу не играл на хардовых серверах. Так что это для меня будет впервые. Заходим, друзья, в IP на сервер и группу канале будет писать под видео. Сервер, вот называется, Cool Rust Classic Life, вот. Заходим и играем и со мной. Выживаем, так сказать, так. Так, сейчас надо налутать камешка. Это первый день после того, как я зашел. Блин, извиняюсь за моего попугая. Не знаю, что с ним поделать. Так. Кстати, извиняюсь, что долго не выпускал видосики. Целых 4 дня. Вот. Это просто занят был еще и этот кашель. Сейчас уже пошел на поправку. Будут ходить видосики чаще. Собираем лайки, давайте. Я же знаю, что мы можем. Кстати, у нас уже 611 человек. Я офигел. Я просто рад за такую цифру. Спасибо вам, друзья, что вы смотрите меня. Хоть кому-то нравятся мои носики. Подолбим камень. Блин, это вообще хард. Жесть. Еще ни разу не играл таких серверов. Пещера. Хоть бы чувака не было. Ее бахнули, походу. Или не достроили. Шкафа нету, может, друзья, и себе займем? Давайте себе, слышь, возьмем. А хотя... Не, ты говно. Пфф. Не, говнецо. Только 500 камней, да вы гоните. Даже на X2 у меня было больше камней. Ё-моё, друзьяшечки. Просто когда фармил ночью, не заметил то, что так мало добывает. Ну чё, если вы зайдете, то мы можем, в принципе, построить там деревень какую-нибудь и так далее. Заходите, чё? Поиграем. Находим рецепт. Кстати, я ночью походил. И это просто офигеть какой сервер. Мне так даже на модифицированных серверах... Это не, кстати, не лагает не сервер, а интернет. Я мне уже несколько раз выкидывал.
Фишка сервера, я понял, в том, то, что кайфово падают рецепты. Я пошел на РТ и... Вот, вон, посмотри по карте, где я. Вон, я был на том РТ. Посмотри, что мне дропнуло из бочки. Шприц. Ракета. Зеленый патрон. Ну, это я из фрагментов зачил. Это потом на калаш. Калаха. Блин, друзья, это вообще жесть. Мне так даже на модифицированных серверах так не падало. Вообще, вообще крутяк. Заходите. Так, мы пока долбим камешек. Еще все такие дерьмо, камень надо сейчас домой занести будет. Надо оленя убить, чтобы переплавить дома. И поставить донором. Извиняюсь, друзья. А, кстати, если вам пофигу на моего попугая, пишите в комментариях, буду снимать днем, и видосики будут быть чаще. Я думаю, то, что плохо слышно. Но я его слышу очень хорошо. 1500 камня, охренеть, друзья, нормально же, нормально. Сейчас, кстати, руда стала больше, вы заметили это? Это вообще жесть, такое большое. О, сульфурный камень вижу, друзья. Счастье будет. Свинку Пеппу вижу, друзья, сначала убьем Пеппу, потом... Топора нету, друзья, ё-моё, вот я такой нубаст. А вот ты чё, я такой просто хрюнель. Где он? Где хрюшка? А где он, слышь? Чего? Так, я могу сделать топорик? Ничего, не хватает дерева, да? Может, кирку и дерево побьем? Давайте пеньки соберем где-нибудь еще. Или не хватает? Полтинник, друзья, полтинник. Не, давай сначала хрюшку убьем, туда-нибудь убьешь еще. Че там стоишь, маленькая? Куда, куда? На. Умер? Да. Ну, возьми. Да возьми ты его. Алло. Тупой, не тупой. Просто бандитос. Извиняюсь, друзья. За моих провайдеров. По 10. Ясно. Так. 200 есть. Все. Хотя бы 30 секунд, но не 2 минуты. Пока крафтится. Пойдемте камешку убьем. И доапаем там дома еще. Надо еще полку состряпать. Полку тоже выпил, кстати, на РТ из ящика. Смотрите, вообще тут столько построек на X1. Я даже столько построек на модифицированных серверах-то не видел. Это, блин, вообще жесть. Значит, люди любят хардкор. Я думаю, вы тоже любители харда, так что заходите со мной, выживаем вместе. Также будем стрейдить вместе, бегать вместе, в серию попадете. Это же круто. Ну, я думаю. Так. Кстати, совсем осталось до 1000, друзья. А, кстати, а вот. Хотел вам кое-что сказать. То, что на 1000 подписчиков я буду делать розыгрыш. Пишите в комментариях, что я, честно, буду между двух игр. Трех даже игр между. Ну, одну я буду, честно, делать розыгрыш на одну игру. Пишите в комментарии, что вы бы хотели, чтобы я разыграл. Rust, Ark Survival Evolved или CSGO. Пишите в комментариях, что вы хотите, и будем это разыгрывать на 1000 подписчиков. Так что давайте. Сульфурный камень, друзья. Так что все. Делаем 1000 подписчиков. И будет розыгрыш для вас, мои любимые подписчики. Блин, это знали бы, как круто, что вы у меня есть. Хоть у меня есть своя аудитория, так сказать. Так. Все, долбим камеш. А! Хотели бы увидеть вы на моем канале игру от DayZ. Просто мне вернули мой старый аккаунт, да, и как раз я сейчас в него играю. Кстати, добавляемся в друзья. Ссылку на мой профиль я тоже оставлю в описании, где будет описание этого сервера, ну, IP этого сервера, так что заглядываем в описание. Я знаю вас, вы ленивые такие. Давайте не ленитесь, ставьте лайки и заглядывайте в описание. А мы переходим к расту. Итак, смотрим сколько у нас ресурсов. Нормально. Тут, блин... Мне нравится, что тут как бы и X1, но ресурсы как бы добываются даже быстрее, что ли. Потому что не заметил... 4 топлива, друзья.
Биг печка, друзья. Халява. Пошлите, выложимся, короче, сейчас будем плавить. У соседа. Будем мы плавить. Ту-ду-ду-ду-дум. Так, так, так. Как-то ты привык, что тут нету ТП, ехом. Будем бегать. Хорошо, что я не баба, просто я нига, бич. Нига, братуха. Так, мы бежим. А, надо отхиляться, давайте хоть отхиляемся чуть-чуть. Да, ой, куда нажимаю? Так, давайте. А, у меня еще есть бинты, что ли? Отменить. Кстати, сделали так, помните, раньше, чтобы было перебинтоваться, надо переключать на другой слот. А теперь нет, теперь надо. А я по привычке просто. Я уже по привычке. Так, ну хотя бы до 80 хп отхилес. 3000 камня. 1000 металла. Охренеть. Как не будет обычно. Ну и чё? Как говорится, надо же когда-то начать с харда. Так, 36 топлива. На печку не хватило 14. А, там олень, сейчас еще олень зарубим. Так. Металл говорит, уж я пожарил это, он. Так. Хоп-хоп-хоп, скидываем. Давайте возьмем с собой, ну не 1000, давайте 600 реально возьмем. И... 1000 дерева. Так. Все, побежали. Да. Так, где... Да, блин, я просто... Офигею, надо резко, короче, копить и бахать его. Нереально, надо его бахнуть. Просто взорвать его, пукан. Прикиньте, сколько там ресурсов у него. Это же вообще жесть. Ну ты пока тут доплывешь, тут столько шприцов переюзаешь, это вообще жесть полная. Тут я еще такой замок видел из РТ, это вообще жесть на воде такой как. Как который, помните, я рейдил? Ну точнее я, а мы рейдили. Это было в серии рейд трех домов. Там, где еще я спасал так. Ну, на крыше они так прыгали и там. Начали так все. Дориме. Ну, короче, вы поняли. Ой, извиняюсь, друзья, за свой интернет. Я не знаю, что с ним сегодня. Так, так, так. Как он долго бежит, а? Потом еще... Так, надо еще набить МВК и крафтить калаши, короче, и нагибать всех. Ну, вас-то не буду, конечно. Надеюсь, вы меня не зарейдите, я живу на этом островке. Прибегайте сюда. И будем вместе выживать, рейд добывать ресурс. Это что, это сульфурный камень вон? Офигеть, ничего такие... Оба спальник. Ладно, не будем ломать, мы не такие варвары. Надеюсь, если я кину так спальник, меня не сломают. Давайте на картах послушаем, есть тут дома, нет? То есть вы выйдет такой... Прикиньте, такой выходит из дома, тут просто я... Его печкой просто жарю металл. Так. Тут шкаф есть. Это вот это уже пещера. Неправильная дверь... А, это пофиксим. Тут металл не видно. Так, помолчим сейчас, послушаем. Да. Ну, вроде не топает. Я надеюсь, что он не онлайн. О, как меня бесит. Тупой нет. Так. Надо фастом, короче, ложить хоть сколько, чтобы пожарилось. Надо там на решетку мне еще наплавить, короче. Во, вот так вот. Жарься. Охренеть, какая громкость. Она же еще дым! Все, друзья, короче, ставлю на паузу, потому что это долго. Тут уже очень долго. Вернусь, когда жарим. Ну что, ребята, мы сюда жарим. Ну не все. Извиняюсь. Давайте сульфурный камень сюда объем и пойдем до дома. Так.
Нет! Да мне бесит опять ждать, пока КД пройдет. Ну только не говорит то, что она не отдаст мне. Найс. Так, долбим мы сапурника. Опять! Один МВК! Один МВК! Надо 50 камней, разве чтобы добиться калаша? Охренеть, дози. А прикинь, тут на ракеты колупать. Это полная жесть. Бежи. Ну а что, нас никто не убил? 800 металла. 700 металла. Так, надо... Так, амбразура сколько стоит? 200. А дверь 150. И дверь, точнее, 150, да? Блин, ладно. Не-не-не, потом. Это я потом нафармлю, нафиг. Хотя иначе кто-нибудь кокнет. Обидно будет. То, что тут, как видите, домов очень много. Онлайн хороший. Просто тут карта очень большая. Этот фиг кого найдешь. О, наир, кстати, выкинули. Заходите реально. Сервер хороший. Потом только-то одному будет скучненько. Ну, имею в виду без подписчиков. Так, тут есть народ, я уже пвпхался с как? С Ральфом, тут Ральф был. С Ральфом уже пвпхался. Его вынес на лук. Кто там? Нет никого. Все, бежим. Надо отхиляться, кстати. Один МВК, это жесть у тебя, это хард. А в детстве ресурсы нормально добываются, если не смотреть в инвентарь. Надо еще сделать стенки, чтобы они не смогли забраться. Так. Вон, а чё? I'm in love with the Coco. Что? Ясно. Кстати, тут теперь не видно, какой у меня пароль. У-ху. Мне давно очень понравилось то, что тут не видно мой пароль. Так, есть жареный металл. Полка, пожалуйста. О, да почему мне не хватает? Четыре, друзья, четыре. Вы понимаете, это троллинг. This fucking троллинг. Надо еще печь тут дома только поставить. Мне интересно, пофиксили этот баг с ящиком или нет? Сейчас давайте найдем топор у меня. Где он? Опять инет, извиняюсь. Блин, идеально, что-то сегодня с инетом. Так, оп. Давай. Ящик где? Что это такое? Сейчас получается, мы сходим за оленем. Ну, за животными, за топливом, сделаем печки, поставим их сюда вот. Надеюсь, люк не будет это мешать. Так. Пожалуйста, исправьте. Че? Что? Нет, спасибо. Вот видите, что тут с ящиком? Да почему он просто просовывается? Смотрите, я всегда вот так ставил ящик. Во, просто пикап мастер. Ну что, не будем тратить время, бежим. Хотя поставим металлические двери. Тут армор, дверь, это вообще жесть. Но если только с РТХ убивать, друзья. Так, бежим. А, тупой кашель. Вот из-за этого я и не снимал. Сейчас я хоть стал реже, хоть кашлять. Так, пожалуйста, олень. Вот так-то вообще 50 FPS у меня сейчас показывает на этом сервере. Так. Давайте побольше мурбинчиков сделаем, что-то мне как сыкло. Сыкать-то точнее. А где всякие кабанчики, не кабанчики-то? Так. Можешь успеем до РТ еще добежать.
Ой, там Сульфурти. Он как раз на обратном пути до Лотая, когда закончится серию. Оп! Нет, не то не, не то не. Не то не, друже. Сейчас. А, кстати, еще тут в Расте сделали кусты другие. Ну, они были, как бы сказать, густые. Смотри, тут был. Посмотрите, мой. Это. Мой домик, да? Его не видно. И вот этот. Ну, по-любому, не знаю, может один, может не один играет. Может вот тут человека три играет. Ну, в принципе, надо считать и выгодно тремер эти. Трем против одного. Ну, хотя, если против меня, то они, скорее всего, умрут. Наверное, я же не говорю то, что умру 100%. Извиняюсь. Надеюсь, вы его не слышите. Слышу только я. Ну, 128 тканей все равно много так. Тем более на X1. Так мне жалко, что тут нету ТП. Кстати, это было бы, как бы, ну, хотя бы хоум было бы, и все. Хотя бы это. Ой-ой-ой. Кто здесь? Олень, брут! Братон! Кого я косой просто? Просто хатили оленя. Сделали вот это кровотечение, как в Lone the Dark. На, получай по щам. Так, рубим его. Кожа, две ткани, 14-1. Охренеть. Я реально нет слов. Два топлива, спасибо, это 8 штук. Томми совершил суицид. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте скрафтим одежду. Блин, Том меня напрягает. Чё за... Ящики. О, большая птичка, друзья, надо изучить, изучить. Так, промейте, да? Пуля 12 калибра, нормально. Кстати, можно сейчас сделать пайпуху. И бегать пока что с ней. Вместо калаша. Я не знаю, может, я уговорю тоже и буду снимать не один. Ну, имею в виду. Со своим кланом G-Team теперь. Раньше был... О, найс. Найс, просто! Блин, укрепленная решетка. Не показалось ли тут еще бегу? То, блин, меня бесит мой обоссанный интернет. Ну, я думал, то, что эта серия не испортил ничем. Так. Ящиков. Ой, этих бочек нет. Так, давайте захиляем за 100 хп. О, военный ящик, пожалуйста. Сейчас, прикиньте, если будет калаш, я буду орать просто. Калаш. Граната, все равно круто. Спасибо, рандом. Я люблю тебя. Мне так даже на... В модифицированных серверах так не везло, как здесь, просто охренеть, друзья. Бочка. Давайте ломим. Если кто сейчас победит, я просто в него кидаю гранату. Фрагмент чертежа, и все. Кстати, вот я вам показал, какой здесь лут дропается на РТ. Кстати, граната просто дропнулась. На модифицированных серверах вы такого не увидите, потому что там фиксят лут, чтобы донатили. А здесь хорошая администрация. Она часто делала так, чтобы и люди могли и без доната играть. Ну, некоторые могут донатить. Тут есть, кстати, магазин, заходим. Ну, если хотите, зайдите на него, там задонатить. Цены низкие, в принципе, ресурсы. Найс. Ёпа, не упал. Просто найс. Так, хопа, на. И... Табличка от души. Душевно в душу. Граната. Я не знаю, что с тобой делать. Так. А там, ну потом. Не хочу оттуда бежать. Сейчас побегу домой.
крафтить печку. Ну что же, вот такая у нас получилась первая серия после глобального вайпа на сервере Cool Rust. IP на сервер, игру и на магазин, и на группу ВКонтакте будут в описании под видео, так что подключаемся. Играем, будем играть вместе. Добавляем, кстати, в друзья, мой профиль тоже будет в описании. Ну, что ж, я думаю, вам понравилась серия. Первая серия после вайпа, кстати. Вы поставьте лайк, напишите комментарий положительный, подпишитесь на мой канал, поделитесь с моим каналом с друзьями. Ну а с вами был Кири. Всем до скорой встречи. Всем пока!